Всем здорово, с вами Фил, и сегодня я построю для вас очередной домик. Наконец-то нашел я более-менее ровную территорию, и то тут рядом какие-то дома стоят. Ну, вроде ящики их мне не мешают, и поэтому, надеюсь, получится для вас построить все. Так, начнем, как обычно, с фундамента. Будет мой любимый фундамент из 9 блоков. Для начала все будет выглядеть вот таким образом. Все, в принципе, достаточно нам будет. Теперь нужны лесенки. Довольно хитрая конструкция будет. Ну, а хитрая, не знаю. Особо насчет хитрости, но мне она понравилась. Лестницы будем вот таким вот образом ставить. Теперь улучшаем вот эти блоки. Смотрите внимательно. И вот этот блок улучшаем. Так, тут, наверное, еще одна лесенка влезет. Все. Таким вот образом будет выглядеть наш дом. Ну, не дом, а фундамент. Теперь нам надо поставить пилары. Пилары ставим везде, где только можем. Это нужно для стабильности. Обязательно. Так, улучшаем их. Все, в принципе, первый этаж готов. Ну, пилары поставили, давайте стенки теперь ставить на нем. Стенки будут располагаться вот таким образом. Я думаю, вы уже догадываетесь, что я хочу сделать, но, возможно, кто-то нет. А может, и все уже догадались. Нет, это будет не 4 дома по одному блоку. Это будет нормальный, солидный домик. Не знаю, мне он очень понравился. Блин, надо сразу, наверное, ставить. Или не надо. Давайте улучшим, в общем. И дальше будем уже все решать. Так, ткани я нафармил заранее. Она нам тоже сегодня понадобится. Так, теперь нам надо решить, где будет основной вход. Я предлагаю сделать вот здесь просто. Просто здесь сделаем и все. Просто мне так захотелось. Так, но дверные проемы поставим везде. Сейчас отбежим, поставим. Смотрите, не улучшите вот эти блоки, которые между квадратами стоят. Они нам нужны только, чтобы залезть наверх будут. Временные, в общем. Потом мы все это сломаем, конечно же. Так, улучшаем. Разворачиваем. Ставим дверцы везде. Да, все правильно ставлю. Так, еще в двух местах осталось дверки поставить. Блин. Таким вот образом. И вот таким вот образом. Так, вот теперь первый этаж у нас готов. Здесь у нас будет основной вход. Здесь муляжи. Так что не факт, что рейдеры догадаются, в каком именно, в какой именно башне располагается вход в ваш дом. Это тоже можно смело улучшать. Все. Все улучшаем. Двери сами закрываются у нас, отлично. И здесь тоже улучшаем. Так, все отлично. Теперь нам надо вот такие вот крыши поставить. В центре не ставим. Ставим только по краям. И улучшаем тоже смело. Будем залазить с помощью лесенок. Теперь нам можно сломать фундаменты. И сделать лесенку. Так. Что это за пиксель? О, нет пикселей. А то в одежде еще пиксели какие-то непонятные.
Так, нам нужна лестница деревянная. Ставим ее вместо факела. И на стеночку. Так, главное не застройте. В общем, я неправильно, ребят, сделал немного. Немного подзабыл, что хотел именно сделать. Сейчас исправим. В общем, шкафы советую ставить вот здесь, на муляжные эти... Башни будем их называть, на муляжные башни дома. Вот, теперь можно вот это сломать. Конечно, бегать без них будет не очень удобно. Но что поделать, они нам не нужны абсолютно. Можно пока поставить из веточек, чтобы потом спокойно их сломать. Так, теперь ставим пилары на втором этаже. Все, все пилары улучшили, теперь давайте ставить стенки. Стенки будут располагаться вот так. Шкаф вот этот мы замуруем, поэтому сразу говорите там своим друзьям, если будете не один играть, чтобы авторизовывались. Потому что вряд ли вы когда-нибудь к нему доберетесь потом. Так, и советую поставить в противоположном углу шкаф. Где ставить основной, решайте сами. Но, в принципе, без разницы, там как повезет. В принципе, если рейдеры знают конструкцию, они смогут найти ваш шкаф. И крышу делаем. Так, допрыгну я до туда. Отлично. Так, тоже все улучшаем. И тоже ставим крышу. Все. Тут я все-таки решил поставить, так как неудобно бегать. Все замуровали. Отлично, отлично. Теперь замуровываем вот этот шкаф. Таким вот образом разворачиваем стенки. И вот это тоже замуровываем. Вот это удаляем. Вот это, наверное, тоже. Все, лишние удалили. Теперь ставим стенки. Вот здесь. Так, пока таким образом ставим. И можем сразу ставить крыши. Теперь крыши нам нужны вот здесь. Так. И по центру нужна крыша. В общем, я рано сломал, вы поняли, да? Так, вот таким образом. Ставим крышу, улучшаем. Тут почему-то у нас не той стороной ставится. Надо их развернуть. Сделать так вот. Еще надо сделать козырьки, ребят. Козырьки можете сразу делать. И стенку давайте здесь сделаем, чтобы лестницу выше поставить. Так, все, ломаю под собой этот блок. И достраиваю. Второй этаж. Так, лестницу давайте сделаем тоже сразу. Вот такая аккуратная лесенка у нас получается. Так, вот в принципе наш основной дом. Вот наши основные 8 блоков. 9 тут не получается немного. Давайте поставим пилары. Что-то я какой-то сегодня заторможенный, мне кажется, на видео. Буду. Ну, потому что не надо по ночам стримить. Ладно, ладно. Ничего страшного. Делаем домик. Так, все, везде пилары поставили. Давайте их улучшим.
Последний. Все, вроде ничего не пропустил. Давайте доделаем юбку. И будем строить стенки. У основного домика, так сказать. Домик, в принципе, довольно крепенький. Ну, относительно рейдов. Но второй этаж... Ну, как второй? В общем, выше этого этажа, который я сейчас делаю, будет балкончик красивенький. Я думаю, все-таки с ним поприкольнее дом смотрится. А вы уж укрепляйте, там все по максимуму делайте, чтобы красиво было. Точнее, прочно. Красиво я буду делать, а вы прочно. Все, в принципе, договорились с вами, я думаю. Так, все, поставили стенки. Теперь нам нужна лесенка. Не такая. Вот такую лесенку хочу сделать. Здесь крыша будет. Здесь я советую вам... Так, надо везде крышу, в общем, поставить. Вот таким образом. Улучшаем ее. Тут, я думаю, переделывать ничего уже не будем. Ну, если что, у нас шкафы есть, в принципе. Так что все нормально будет, если что, даже накосячили. Так. Тут предлагаю сделать вот таким образом еще одну дверь. Так, даже все стенки почти правильно встали. Так, дверцу делаем. Да, все верно, ее поставили. Так, тут, в принципе, место, ну, есть. Нельзя сказать, что его много, но все-таки оно есть. И вы можете здесь что-нибудь расположить. Даже здесь стенки не будем ставить. Я думаю, так нормально все смотрится. Так, ну и теперь приступаем к заключительному этажу. Давайте также с пиларов начнем его делать. Что-то сервер немного подлагивает. Может, я слишком быстро просто ставлю пилары? Ну да ладно. Я думаю, не столь важно. Все, улучшаем их. Так, ну что, вроде все улучшили. Давайте придумывать какую-нибудь красивенькую конструкцию здесь. Тут по-любому стенки. Я думаю, вот таким образом поставим. Так мне больше нравится. Разворачиваем их бревнами на улицу. Ставим дверной проем. Ставим дверь. Делаем крышу. Нет, не делаем крышу. С крышей пока подождем. Так, ребят, крышу. Каким образом ее сделать бы по-хорошему? Что-нибудь красивенькое хочется. Вот здесь, в общем, у нас будет обычная крыша. Вот так вот делаем. Вот здесь у нас будут бортики везде, я думаю. Я думаю, да, бортики сделаем. Так, крыша у нас будет... Такая вот. Тоже ее улучшаем. Так, с такой крышей смотрится намного ловчее дом. Так, здесь, по-моему, вот так вот можно поставить крышу, обмануть систему немного. Все, ставим крышу, улучшаем. Это ломаем. Да, отлично. Все, по-моему, держится у нас. Ставим. Ставим везде бортики. Нет, не везде. Торопился. Здесь тоже надо такие манипуляции провести. Вы, в принципе, если хотите, можете стенки оставлять, как вам нравится. Можете окна сделать. Так, мне понравилась вот такая вот конструкция. Все, сносим. Так, ничего у нас не обвалилось. Ничего не обвалилось. Отлично. Так, и бортики. Везде делаем бортики.
Так, ну. Вот такая крыша у нас будет. Ну, отлично. Улучшить я, наверное, не смогу, да, отсюда ее? Блин. А с полублока, интересно, смогу улучшить? Да, с полублока можно улучшать, так что можете тоже пользоваться такой системой. Так, отлично, улучшили. Здесь поставим окошечки. Так, ну здесь, по-моему, нельзя, да, залезть? А, можно. Так, отлично, значит, улучшаем здесь. И с другой стороны также делаем, улучшаем. И ставим решеточки. Так, где они? Такие вот решетки. Тут, в принципе, типа тайника что-то может быть. В принципе, можно сделать. Вот таким вот образом. Ну, что-нибудь такое. Сами, в принципе, додумайте, как вам нравится. Так, здесь, по-моему, крыши нельзя, да, ставить. Ну, видно, видно это. Так. Ну, ладно. Застроим. Тут, по-моему... А, нет, это ящик. Ну, в общем, если тут будете застраивать, тот ящик вы не облутаете. Ну, ладно, без разницы, можете там ничего не ставить, в принципе. Как хотите. Так, надо бортики еще улучшить. Ну, это такой чисто оборонительный балкончик, не знаю. По-моему, он дополняет конструкцию дома. Так, крышу сделали, все сделали. Ну что, вроде дом готов, пойдемте посмотрим, как он с улицы смотрится. Так, выходим на улицу. Здесь вроде ничего не забыли удалить посередине. Так, ну что? Вот такой вот серьезный домик у меня получился. Так сказать, избушка на курьих ножках. Смотрите, по-моему, очень даже похоже. Я вот так и назову. Тут есть и балкончик для отстрела, и юбки, которые вам так нравятся для защиты от лестниц. Мне сейчас не очень нравится, как они выглядят. Но зато безопасно. И этому дому я считаю, что они подходят. На обычных квадратах все-таки они довольно глупо смотрятся. А этому домику эта юбка вполне подходит. Она, так сказать, разделяет ноги и основной дом. И можно запутать рейдеров. Можно еще двери сделать вот здесь, вот здесь. Вот... Ну, то есть в каждой ноге по 4 двери сделать. Не знаю зачем, но можно. В общем, ребят, такие дела, такой домик. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки. Так, и посмотрим, сколько ресурсов у меня на него ушло. Так, ушло примерно 20-25 тысяч дерева. Я точно не помню, сколько у меня было, но где-то 20-25 тысяч дерева ушло. Ну, вы, поскольку будете строить его или каменным, или армор, ну, в общем... железным, ну как хотите, в общем, какие ресурсы у вас есть, из того и строите. По-моему, домик интересный получился. Спасибо, что смотрели, а с вами был Фил, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока!